Жировой гепатоз или стеатоз – это накопление в печени капель жира, в результате чего в ней нарушаются обменные процессы. Каковы же основные причины возникновения жирового гепатоза печени? Одной из главных причин выступает неправильное питание. Это излишнее количество насыщенных жиров в организме, в первую очередь животных жиров, а также большое количество в рационе простых углеводов и крахмалистой пищи. В этом случае корректируем рацион, следим, чтобы в нем было достаточное количество белка, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, а также сложных углеводов. Следующим моментом может быть один из симптомов метаболического синдрома. Это гипертония, ожирение, диабет второго типа, повышенный уровень холестерина и так далее. В этом случае наши действия зависят от конкретной причины. Следующий момент – это малоподвижный образ жизни. Естественно, нужно добавить адекватную физическую нагрузку. Далее, употребление алкоголя также может быть причиной жировой болезни печени. Естественно, лучше ограничить его употребление или отказаться от него совсем. Часто причиной жирового гепатоза печени становится прием лекарств. Это могут быть как антибиотики, статины, негормональные противовоспалительные средства и так далее. Поэтому перед приемом лекарства следует внимательно ознакомиться с инструкцией.